Сегодняшняя тема, казалось бы, далеко отстоит от нас. Эпоха контрреформ. Не очень интересная с точки зрения того, что это э, не какие-то интересные начинания, которым нам надо поучиться. К сожалению, эпоха контрреформ важна для нас в другом смысле. Это аналогия, которую мы должны учесть. Аналогия, конечно же, с нынешним временем. Та эпоха контрреформ, как ее считают историки, и в первую очередь Корнилов, Александр Корнилов, Корнилов «Курс истории XIX века», изданный в десятом году, то есть еще до революции, это время от воцарения Александра III до, собственно говоря, революционных событий 1905 года. На самом деле эпоха контрреформ она не столь однозначна. Это не то, что с одного дня все пошло, как и наша контрреформа. На самом деле постепенно, постепенно Александр III встает на путь в общем-то пересмотра реформ своего отца Александра II великих реформ. Это эпоха действительно продолжается до революции пятого года, и воцарение Николая II проходит достаточно незаметно. Это продолжение того же процесса. Об этом будем с вами говорить. Контрреформы четко определяются как политические, ну, и угодно, культурные контрреформы, социальные контрреформы, но не в малой степени не экономические контрреформы. В области экономики в области хозяйственного развития эпоха контрреформ на самом деле исключительно продуктивна. Я приведу, пожалуй, только одну, но опорную цифру. Конечно же, бюджет. В этом смысле наши контрреформы намного более пагубны, чем контрреформы конца императорской России. В 1981 году Россия свела свой бюджет с дефицитом 80 миллионов рублей при 652 миллионах рублей дохода. Чтобы вы ориентировались, потому что это цифры, которые казалось бы ничего не значат. В пересчете через золото нынешний доллар равен 30 рублям реформы 96-97 года. С нынешних 30 долларов это 1 золотой рубль 97-98 года. И, соответственно, 45 долларов это один золотой рубль 81 года. Дело в том, что реформа 96-97 года, которую провел Сергей Юльчевит и подготовил Вышеградский, она девальвировала рубль. И 10 рублей до реформных золотых Александра Третьего стали равняться 15 рублям золотым по реформным. То есть, грубо говоря, тем же 12 граммам примерно чистого золота. Вот чтобы вы представляете, значит, соответственно, нынешние 30 долларов это 1 рубль после 96 97 года, и 1 рубль более ранее – это 45 долларов. Вот это, чтобы вы просто могли себе представить. А в 1903 году, соответственно, надо пересчитывать, потому что это в полтора раза больше. Русский бюджет был сведен с профицитом в 150 миллионов рублей. Ну, то есть в сравнимых денежных единицах это профицит 100 миллионов рублей, естественно. При 2 миллиардах 32 миллионов рублей дохода. Ну, опять же, речь идет где-то о 150 о миллиарде 500 миллионов рублей дохода, если в тех же рублях. Как вы видите, экономика России за эпоху контрреформ резко улучшилась, резко выросла. Это безусловный факт. Это не значит, что все социальные слои стали жить бесконечно лучше, ничего подобного, но экономический рассвет очевиден. Вот. Это мы должны сразу иметь в виду, что контрреформы – это движение в области социально-политических отношений, а не экономических отношений. То, что происходит сейчас, несколько отличается, но это другой совершенно разговор. Но, однако же, несмотря на такой блистательный рост экономики, контрреформы закончились, как вы понимаете, полной катастрофой. Катастрофой революции пятого года. И то, что не было сделано в течение предшествующих 25 лет, эпох контрреформы, что было сделано революционным образом за несколько месяцев и более того, что планировали даже в самых смелых своих мечтах реформаторы конца царствования Александра II. Все это было сделано за несколько месяцев. Хорошо это или плохо? Опять же, у нас сейчас с вами, дорогие друзья, постоянная тема революции, тем более, что через несколько месяцев мы будем. Отмечать, но это не значит праздновать, отмечать столетнюю годовщину февраля, потом октября. Вот это 17-й год, это год столетия Русской революции, большой Русской революции. И в этом смысле вопрос, хорошо это или плохо. Плохо, конечно. И плохо не в том смысле, что там рухнули какие-то социальные классы, потеряли какие-то экономические стоимости. Все это плохо, но не это главное. Дело в том, что крайне быстрое развитие, оно всегда приводит к катастрофическим последствиям. Понимаете, любой организм, в том числе и социальный организм, должен расти быстрее, медленнее, но в каких-то разумных темпах. Когда эти темпы не соблюдаются, всегда происходит катастрофа, потом, естественно, наступает реакция, потом медленная рецессия, даже в самых лучших случаях. Поэтому вот эпоха великих реформ, на тему хороша была эпоха Александра II», что это эпоха медленного, ну сравнительно медленного, да, затянувшегося на практически 20 лет преобразовательного процесса, который направлялся сверху, он направлялся последовательно, были там колебания, были откаты, но в целом этот процесс шел очень-очень ясно вперед. И вот как раз именно... О том, как он шел вперед, лучше всего свидетельствует конец, самые последние месяцы эпохи царства Александра II. Иногда бытует мнение. Я, надо сказать, сам так сказать, в разговорах иногда так позволял себе говорить. Но вот сейчас когда я готовился к лекции, понял, что я даже в разговорах не должен был себе этого позволять. Что Александр II думал увенчать свою власть, законосовещательной думы, парламентом. Вот. И граф Ларис Меликов, диктатор Сердца, министр внутренних дел, mm -hmm. в последние годы правления Александра II, он, собственно, шел в этом направлении. Ничего подобного, конечно, не было. Но была некая, не была некая тенденция. Целая группа наиболее влиятельных министров Александра II, это можно назвать в первую очередь, это Ларис Меликов, Министерство внутренних дел и фактически премьер-министр, которого не было формально в России того времени. Это министр финансов, то есть фактически министр экономики и социального развития. Абазан, да, это фамилия молдавская, просто бессарабский аристократ. И это министр военный, министр Милютин. Собственно, вот эти три человека в первую очередь. Ну и, может быть, еще министр просвещения Сабуров. Вот эта тройка или четверка людей, она действительно мечтала, это совершенно ясно видно, мечтала постепенно сделать Россию страной с европейской системой государственного управления в записках Милютина, которые сейчас изданы, это видно, просто видно, что вот это была цель. Но понятно, они понимали, что это вряд ли даже задача, которая выпадет на их жизнь, это долгий процесс, но надо шаг за шагом готовить Россию к этому. И вот, собственно говоря, в последний год правления Александра II была предложена идея созвать Комиссии, две комиссии, комиссию по административным и по экономическим вопросам, административным ну, губернским вопросам, административно-политическое развитие э, России не на национальном, а на губернском уровне, и по экономическим вопросам, в первую очередь, вопросы, связанные с положением крестьянства. Я напомню, что крестьянство – это доминирующая социальная группа России. Это 77,1% в 1981 году населения России. А если к этому приплюсовать еще казачество и другие, там, э, ну, сказать, мещан, занимавшихся сельским хозяйством, их тоже было несколько процентов, то получится еще больше э, социальный слой. Но сами все крестьян, те, кто числились социальные крестьяны, было 77,1%. Эти две комиссии, они должны были формироваться уже по-новому. Напомню, что в России 1964 -го года существует земский и 1970 -го года городские самоуправления. То есть выборные от городов и земств в своих уездах, в своих губерниях. И вот, собственно, эти министры, можно сказать, это вот группа реформаторов, они предлагают сделать эти комиссии совместными. Часть их представителей – это бюрократы из министерств, назначаемые, соответственно, министрами. А часть из них, и половина, примерно половина представителей, это люди, которых выбирают земство. Выбирают земство. Вот. То есть, это первый шаг к национальному представительству. До этого земства не могли не только выбирать кого-то на национальный уровень, даже не могли друг с другом объединяться ну, в, в, и сопроводить общие заседания, скажем, земств России. Вот это было невозможно, это было запрещено законом, э, ну, собственно говоря, прямо вот до пятого года, 905 -го года. Вот, поэтому это было серьезное нововведение. Вот это и есть то, что прозвали историки, я бы сказал немножко верхоглядно, Конституции Ларисы Мельки. И вот этот проект был подписан, то есть он стал законом, ну не законом, он стал указом государя Александра II, последним указом Александра II. Александр II подписал его э, утром 1 марта 1881 года, перед тем, как он отправился, после того, как он, собственно говоря, причастился в э, святых тайн в дворцовой церкви Зимнего дворца, как говорят после глубокой исповеди накануне своему духовнику Бажанову, священнику, и перед тем, как он поехал наблюдать за сменой караулов в центре Петербурга. Вы знаете, что после наблюдения за сменой караулов в два часа, когда он возвращался на обед в Зимний дворец, он был убит бомбой на родовую. И Александр III, его сын, вступил на трон, обогренный кровью отца. И Александр III, и 13-летний мальчик Николай, будущий император Николай II, они присутствовали при агонии и смерти своего отца и деда. Это было страшное переживание. Я думаю, что Николай II переживал просто смерть своего деда. С Александром Третьим было сложнее. Вообще личность Александра III это особый интересный разговор. Александр III, как вы знаете, не готовился к тому, чтобы стать государем. Он был вторым сыном в семье Александра II. У него был старший брат Николай, то есть по традиции, да, Александр Николай, Александр Николай, так должно было идти и дальше. Но Николай, да, он родился в 1845 году, Александр, Николай, Александр Александрович, Александр Третий будущий. И до 1965 -го года он не помышлял о престоле, не был честолюбивым человеком. Но в шестьдесят пятом году умирает во время заграничного путешествия по Европе. Его старший брат Николай, после неудачного падения, как считают врачи, у него развивается туберкулез позвоночника, и он умирает очень быстро, угасает очень быстро. Александр э, принимает титул царевича Это уже время, когда Александр II царствует, и принимает невесту Николая не своего брата Николая, принцессу Дагмару Датскую, которая под именем Марии Федоровны потом станет его супругой. Вскоре станет его супругой, 28 октября 1966 года. В советское время, да и сейчас, распространены слухи о какой-то глупости, тупости Александра Третьего. Это очень далеко отстоит от реальности. Александр Третий был человек действительно очень твердый внутренне. Я бы сказал, простой в русском смысле этого слова. То есть у него не было вот этих интеллигентских метаний, мучений, переживаний, которыми, надо сказать, потом был в высшей степени награжден его сын Николай Александрович. Он был очень твердым семьянином. Возможно, это во многом реакция на распутную жизнь его отца. Дело в том, что великой травмой для Александра Третьего была постоянная измена отца матери, и потом просто жизнь с другой женщиной в Зимнем дворце на глазах у умирающей матери императрицы, его жены. Это все не вызывало никакого уважения в Александре Третьем. Он не уважал своего отца. Вот это очень важно понять. Он не уважал своего отца. И очень возможно, что великие реформы Александра он связывал с его нравственной порчей, с нравственной слабостью и испорченностью. Сам он был человек как, как реакция, а может он такой был по натуре, я не знаю. Но он был, наоборот, человек в высшей степени цельный и цельный в семейной жизни. Вся его жизнь прошла с Марией Федоровной на одном дыхании. Это была действительно любовь, это был действительно абсолютно честный брак вот, и Александр Третий прекрасно отдавал себе отчет в том, что он не очень хорошо разбирается в государственных делах, и поэтому всегда себе приглашал очень хороших советников хороших министров, как он считал, хороших министров. И действительно, по крайней мере, в области экономики это были серьезные люди. Надо вам сказать, что воспитателем, воспитателем Александра III был граф Борис Перовский, а среди его учителей были Сергей Михайлович Соловьев, который учил его истории, Константин Петрович Победоносцев, тогда либеральный, как ни странно, цивилист, который был его профессором права и очень интересный незаслуженно забытый человек великий земский деятель Николай Александрович Качалов, который познакомил его с основами земского самоуправления, возил его по России, ну, собственно говоря, сопровождал его в поездках по России, когда он еще был великим князем цесаревичем, вот и Объяснял ему значение и формы земскогородских учреждений. Его главной любовью, главными пристрастиями, главным интересом были вещи, которые обычно не любят упоминать. Но тем не менее, это была музыка. Он был очень музыкален, очень любил музыку. И музыкальный салон всегда был в он дворце, где он жил после того, как вступил в брак с принцессой Дагмарой. И второе это история. Он очень любил Сергея Михайловича, он прив... Соловьев прив... ему привил большую любовь к отечественной к мировой истории, и он ей занимался до конца жизни. И, собственно говоря, историческое общество императорское историческое общество было основано в 1985 году с прямой подачи Александра Третьего, который совершенно сознательно шел на это в общем-то, ценя историю. Александр был исключительно скромный человек в быту. До, можно сказать, некоторой извращенности. Императрица Мария Федоровна, тоже не ахти какая мотовка, говорила близким ей людям, что в Ванечковом дворце он живет в самых ужасных комнатах второго этажа. Но, говорит, если были бы в дворце еще более ужасные, он, безусловно, выбрал их. Вот, он был очень скромен в одежде, в быту, он не дарил много дорогих украшений. Абсолютная противоположность своему сыну, абсолютно. Потому что Николай Александрович был настолько большим транжирой, что даже министр иностранных дел, Ламсдорф, граф Ламсдорф в 1995 году записал, он делает своей жене невозможные подарки по ценности. такого. И вот, понимаете, но тем не менее, катастрофа убийства из катастрофа убийства. Если Александр III, может быть, и до того сомневался в целесообразности реформ, или, по крайней мере, в целесообразности такой широты реформ, понимаете, он же не видел той ситуации, которую, ну, маленьким еще, он не видел той ситуации, в которой оказалась Россия в 1955-1960 году, разгром в Крымской войне, возможность новой Пугачевщины, он все это не пережил. При нем, в общем-то, Россия была развивающейся страной. Развивающейся страной экономически, но политически это постоянная охота за его отцом. Постоянность, одно за другим происходили попытки цареубийства. Наконец, последнее, 1 марта 1981 года оказалось удачным. Соответственно, что-то в политической сфере не то. А что не то? Вот он начинает, он думает над тем, в чем... Допущена ошибка. Это нам сейчас э, очень понадобится, и э, поначалу, да, а вот убийство ну, отца это в общем доказательство того, что да, это ему не кажется, это не мнимость, это действительно так. Надо сказать, что когда обсуждались вот эти последние проекты графа Лариса Меликова, э, еще когда Александр Третий был великим князем и Цесаревичем, то, э, то Александр Александрович. Без всякого энтузиазма к ним отнесся и, в общем, их не поддержал. Но его слово было тогда не главное, и, соответственно, они были подписаны. После убийства Александр Тритий поначалу, э, в марте 1981 -го года э, колеблется, приглашает э, приглашает 21 марта вот как раз министр своего отца, они идут со страхом на эту встречу, потому что они помнят, что Александр Третий, будучи же царевичем, был против этих реформ, но он их заверяет, что все будет нормально, и все, что подписано его отцом, свято, и это будет исполняться. Естественно, и Ларис Мельков, и Абаза, и Дмитрий Милютин возвращаются в очень приподнятом настроении из дворца, из Анечкова дворца. Да, вообще, я забыл сказать, он переехал в Гатчину. Он, как только произошел перевар... euh, убийство, он переезжает в Гатчину, в загородный дворец, э, назначает регента на случай своего убийства и управляет из Гатчины. Так вот, э, он, они возвращаются в очень приподнятом настроении, э, и это видит Победоносцев. И вот Победоносцев пишет, я все время занимался победоносом я всю эту переписку читал досконально. Он пишет буквально одно письмо за другим, по 2-3 письма в день. Победоносцев пользуются доверием Александра Третьего. Он его любимый учитель, его консервативный подход ему близок, по духу он ему близок. И эти письма, когда я их сейчас перечитывал уже новыми глазами, не тогда, когда я писал там, когда это было, сейчас не вспомню. Uh, ну, где-то это было 80-е годы, uh, когда я сейчас читал, конечно, это просто безобразный поклеп, клевета на uh, вот этих людей, реформаторов. То, что он подписал Александр II, он называет неначе, как Конституции. Что Александр II, вот он называет, Константин Петрович Ведоносов, он называет всю эту Конституцию. Говорит, что ни в коем случае это не надо делать. Эти э, люди лукавы, намекая на армянское происхождение графа Лариса Мельника, у него не русское сердце. Он, говорит, хитрый армянин, он не понимает русских задач, русских проблем и так далее. То есть он не гнушается ничем. А Александр III, у него довольно большой момент и такого русского этнического национализма. Он в нем есть, безусловно, есть. Несколько раз он говорил даже вещи настолько неприятные относительно евреев, что я даже не буду их вам воспроизводить. В тайне от всех министров, которые остаются на своих постах, в том числе и от министра внутренних дел, что совсем уж никуда не годится. Александр III поручает Константину Петровичу Победоносову подготовить манифест. Манифест в связи с его восшествием на царский престол в такой трагический момент ну, жизни. Этот манифест, так называемый манифест 29 апреля 1981 года, он явился первым поворотным осевым моментом царства. Как гром среди ястого неба для всего э, слоя так сказать, интеллигентных людей России, чиновничества, соратников, сподвижников и сторонников великих реформ, прозвучали вот эти слова манифеста. Я, конечно, не буду читать манифест целиком, но эти вот, именно эти слова, они потрясли всех и привели к очень важным последствиям. Посреди великой нашей скорби глаз Божий повелевает нам стать бодро на дело правления в уповании на божественный промысел, с верою в силу и истину, Самой власти, которую мы призваны утверждать и охранять, для блага народного от всяких на нее поползновений. Все и Ларис Мельков, и Абаза, и Милютин, и Сабуров все восприняли это как отказ от великих реформ. Потому что задача великих реформ, как я уже вам сказал, постепенно. Переход от самодержавного правления к так называемому смешанному правлению, ну, скажем, немецкого типа, когда есть и власть государя, кто может испускать парламент. Ну, собственно, то, что у нас было после пятого года, после шестого года. Вот. Что делают эти видные сановники? Вы думаете, они козырнули, прогнулись? Нет. Они все подали отставку. Вот этим те отличаются от этих. Они все подали в отставку. И когда бессменному военному министру Милютину, которого, в общем, уважал очень Александр Третий, потому что он провел знаменитую эту реформу военную 1974 года и действительно создал новую русскую армию, вот, он его спросил, а чем вы собираетесь заниматься, уйдя от госслужбы? Я говорит, уеду в имение книжки буду писать. И действительно писал свои записки знаменитые. Вот. То есть чувство собственного достоинства было. Было. Куда-то оно делось. Победоносов радовался. Он пишет о том, что да, чиновничий мир Петербурга огорчен, в нем наступило смущение. Безумные профессора ждут. Он сам тоже профессор безумные профессора ждут Конституцию. Вы не должны давать им никаких надежд. Это гибельно для России и так далее. Напомню, что именно в 1981 году Победоносцев публикует свой так называемый московский сборник. Это сборник статей в основном переведенных. На самом деле писал он, как ни странно, он хорошо очень писал, у него прекрасный стиль, но он писал немного. В основном он переводил с разных языков близких ему европейских людей. Понимаете, как сейчас бы какие-нибудь наши правы, если бы Мари Ле Пен писала, бы переводили бы с удовольствием ее, так же тогда победонос переводил вот таких вот правоконсервативных европейских мыслителей. И вот, собственно, из них он сложил этот сборник, главная идея которого там много идей, некоторые из них не дурны, но главное из них это абсолютное стопроцентное неприятие, неприятие э, демократии народовластия, парламентаризма, народного суда, то есть суда нет не коронного, а избранного народа. Неприятие полное. Он доказывает это в статье «Великая ложь нашего времени». Вот парламентаризм – это великая ложь нашего времени. Понимаете, я когда все это изучал, мне стоял только один вопрос. Отлично, он пишет, насколько, что эти люди, они ничтожны, там они лезут во власть, чтобы захватить власть, они играют этим, они, ну хорошо, да, это так. Ну, ведь сколько у нас примеров единовластных монархов, которые величайшие беды творят для своих стран. Так что он об этом вообще не говорит. Он как бы это выносит за скобки. Для него важно, что демократия это плохо. И вот в этом, видимо, он вполне убедил Александра Третьего. Но на самом деле победоносцев лукавит, когда говорит о том, что только петербургское чиновничество приуныло. Самое важное, что приуныло крестьянство. В крестьянстве поползли слухи, об этом пишут даже Победоносцев, но пишут и многие другие, практически все, что будет возвращено крепостное право. Что крепостное право, что реформа 1961 -го года, 18 -го февраля будет отменена. Победоносцев не скрывает своих взглядов. Он прямо говорит на совещании в Мартовском совещании 21 марта. Он прямо говорит, и это, Игна... это Милютин записывает, что реформы Александра II величайшая беда для России. Он прямо это говорит, не стесняясь. И планируется, в общем-то, эти реформы ну как-то потихонечку свести на нет. Однако Александр Третий пока далеко не спешит делать поворот на 180 градусов. Он назначает э, других министров, коллеги типа, вот, подали в отставку, но это далеко не какие-то дикие ретрограды. Вместо Ларисы Мелик он назначает графа Игнатьева. Известного славянофила, сторонника как раз, может быть, даже большего, чем Ларис Меликов, сторонника созыва Земского собора. Он вместо Абазы назначает замечательного и совершенно ну, либерального, в смысле, культурного, знающего и либерального в экономике э -э, министра Бунга. Э -э, он назначает министром Просвещения вместо Сабулова, барона Николая, тоже вполне... Вполне э, мыслящего и прогрессивного человека, он в июне 1981 -го года созывает первую сессию следующих земских деятелей, то есть то, что планировал Александр II э, и ставит задачи снижения выкупных платежей, э, облегчение переселения на свободную землю в Сибирь и великая русская. Борьба, проблема – это борьба с пьянством. То есть он как бы продолжает эту деятельность. Но после того, как граф Игнатьев ему предлагает на коронацию созвать, поместный, созвать Земский собор, Придоносов пишет новое письмо, которым уже просто живого места не оставляет на этом достойном немолодом уже человеке. И Александр III увольняет Игнатьева и назначает на его место действительно консервативного министра из противника реформ графа Дмитрия Александровича Толстого. Одновременно 14 августа 1981 -го года принимаются положения о мерах и охранении хранении государственного порядка и общественного спокойствия. Эти меры названы временными, они позволяют вводить. Чрезвычайное положение в разных областях Российской империи, причем двух уровней, более-менее жесткое, по которому можно без суда высылать, арестовывать э, людей на определенный срок, довольно большой, э, и даже до нескольких лет ссылать под надзор полиции. Эти временные меры 14 августа 1981 -го года благополучно существовали до 17 -го года, до февральской революции. Так что бойтесь временных мер. После того, как Толстой становится министром внутренних дел, меняются целый ряд очень важных вещей. В 1982 году, 27 августа, принимаются временные меры относительно периодической печати. Тоже эти временные меры продолжались до революции 5 -го года в девятом году, году, потом было их подтверждение. В 1984 году был принят общий устав университетов, который делал университеты частью государственной системы. Снова, как при Николае II, как Николай I, простите, ректор назначает министр просвещения на 4 года, деканов назначает министр, профессоров утверждает министр, значит, для студентов вводится форма, государственные испытательные комиссии создаются, как и у нас сейчас. А на самом деле до этого было так, что, пожалуй, сам университет дает диплом и испытывает своих студентов. Никакие государственные комиссии не нужны. В общем-то, университет имеет свое лицо. Принимается закон, о гимназическом образовании, который вошел в историю под названием Закона о кухаркиных детях. Этот закон в общем впрямую не говорит: конечно же, не дай бог, о том, что нельзя детей из низших сословий принимать в гимназии. Но разъяснения, которые давались в устной форме, которые нам известны, они говорили о том, что надо создать целый ряд мер к тому, чтобы дети низших сословий, кроме самых талантливых, которых отбирают в народных школах, самые талантливые дети могут продолжать образование, а все остальные должны ограничиваться двух- или четырехлетним образованием. И... А для чего? А для того, чтобы не создавать новых иллюзий, надежд для себя, не пополнять ту самую интеллигенцию, как ее у нас называли в советское время, да и для революции разночинная интеллигенция, которая, собственно, и убила Александра II. Вот, хотя я напомню, что главной целью убийцы, поскольку Желябов сидел в тюрьме уже, был арестован, была Софья Перовская, выходе представительница одного из виднейших аристократических родов истории. Ее прадед был граф Разумовский. Вот, ее отец одно время был, ну, в 60-е годы, был генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Интересно, что, интересно, опять же, вот дух, да, Софи как и других пятерых убийц, повесили, помню, если не извиняюсь, память 3 апреля 1981 года, вот, но ее отец оставался членом коллегии, тогда это называлось членом Совета Министерства внутренних дел, до его смерти в 1990 году. То есть никаких минимальных репрессалий по отношению к нему осуществлено не было. Представьте себе даже не сталинское, а брежневское время. И вы все поймете. Вы все поймете. Вот что такое культурное самодержавие и бескультурное самодержавие. И то, и то самодержавие, но оно все-таки очень и очень разное. Значит, каким образом должны были пресекаться эти кухаркины дети? Ну, то есть все дети низших сословий. Во-первых, была повышена была повышена стоимость обучения в гимназии. Плата была поднята до 40 рублей в год. Тогда это большие, очень деньги. Очень большие деньги. Вот. Второе были отменены так называемые плоты гимназии, подготовительные классы к гимназии. Люди из высших сословий, кроме самых разорившихся, они приглашали к себе учителей и учили детей. Там, до 12 лет дома, а бедные там, э, люди естественно не могли это себе позволить. Поэтому нехватка образования и денег ставила тот препон, который формально не могли поставить социальным ограничением. Э, вот собственно говоря, э, такое, такое было э, одновременно с этим, Победоносов предлагает все низшие школы передать в церковные ведомства. Причем он прямо пишет, что многознание... Вот он пишет откровенно, Александру Третьему, естественно, а не всем. Он Александру Третьему пишет, что многознание вредно для простых людей, потому что они должны остаться в своем социальной страте. Крестьян, там, ремесленников, мелких торговцев. Им не надо стремиться изменить социальное происхождение. Хотя интересно, что его отец изменил социальное происхождение. Он тоже происходил из Мещан и сделал карьеру там, в эпоху как раз Александра I, Александра II. Вот. Но вот почему-то он на себя это не принимал. Вот. И поэтому, говорит, надо учить очень ограниченному кругу предметов. И главное, ну, естественно, грамотности, счету. Но главное – патриотизм. Патриотизм. Вот. А для этого двух лет, ну, четырех от силы достаточно. Тех, кого мы отберем, говорит он, э, тех, кого мы отберем, э, они пойдут дальше, мы им дадим стипендии, это будут самые талантливые, но, понятно, и лояльные. Дети из, из лояльных семей простонародья. Э, самые простые были школы грамотности, которые создавали сами крестьяне, чтобы их дети были грамотны. Они нанимали учителя, и он учил детей грамотности. Это было совершенно крестьянское, земское дело. То есть, оно вообще никак не касалось э, никакого государственных вещей. Вот это было непозволительно для победоносцев, Потому что мало ли чему этот учитель, интеллигент, понятно, бедный, который, они, они же шли в народ, отхождение в народ. Вот эти часто были именно народными учителями. Когда мы читаем «народный учитель», это именно учитель э, школы грамотности. А в эту школу грамотности по законам Александра II не надо было даже получать учителя учительского сертификата. Как бы наняли человека, ну, он учит. Мало ли чем он научит. Все эти школы должны обязательно перейти в распоряжение ведомства Синода. И законом 13 июня 1984 года все школы грамотности переведены в ведомство Синода. Вот. Но вот что касается земской школы, тут вышел, вышел, не, вышла неудача. Дело в том, что не было бы на земской школе, вот всю бы ее бы подчинил себе э, Синод, но денег не хватило у А Александр III был прижимистый человек и дополнительные деньги не хотела дать Земство-то оно само собирало деньги и платило. Понимаете, это же не государственные деньги. Мы иногда забываем, иногда говорят, у нас бесплатная была школа, бесплатная медицина. Или ничего подобного, никогда ничего бесплатного не было. И все эти деньги, которые мы платим, которые платят в средней школе, в начальной школе, в так называемой районные, да, районной школе, районной поликлиники, это деньги, это определенные налоги, которые платим мы сами. Мы, я знаю эти налоги, когда я участвовал в выборах, все это изучил и объяснял людям, какие именно налоги э, идут, которые мы платим, идут на вот эти вещи. Также и тогда. Земская школа, она не входила в систему финансового реестра э, правительства. Она, облаг... земство имела право собирать свой налог. И на этот налог она и создавала и школу, и больницу, улучшало дороги. Это был жутко выгодный проект. Жутко. Вот. Нравилось это и крестьянам, нравилось это и простым людям. Потому что это давало и образование, и медицину, и какие-то хорошие дороги сравнительно. Э, вот. А тут надо платить потому что Синод – это министерство, это министерство, которое стоит, находится на бюджете. И вот расширение бюджета Синода в несколько раз, на которое ратуют победоносцев, Александр Третий не, не, санкционирует. Вот, поэтому все это осталось только его проектом. Школа осталась в земстве и осталась свободной. Это очень важный момент. Значит, вместо графа Николая в 1982 году назначен министром просвещения Иван Давыдович Делянов. Иван Давыдович Делян сам по себе человек достаточно широких взглядов, культурный, но, конечно, он находится во многом под... Просто он, такой слабый человек, он подчиняется графу Толстому. Не забудем, что граф Толстой, министр внутренних дел, до этого, при Александре II, был министром образования. И у графа Толстого была, в общем, недурная мысль. У него была мысль о том, что при Александре II у всех были недурные мысли, а потом они стали дурить недурная мысль о том, что надо гимназию сделать классической гимназией. О, сколько интеллигенты говорили наши, и это вплоть до революции, и даже по, по инерции до иммиграции, дошло, что вот вместо того, чтобы изучать социальные проблемы гимназистам, вдалбливали латынь и греческий язык, но, понимаете ли, латыни греческий язык, это не ведь латыни греческий язык, это же Платон, это же Гомер, это же Блаженный Августин. То есть это огромная культура, великая культура. В русской гимназии читали Федона в оригинале, платоновский диалог Федон в оригинале. Начинали чего попроще, но после трех лет изучения языку. То есть это были органично образованные люди. После этого они уже поймут, они могут сами любые книжки читать современные, но на Бюхнера и Малишота, на примитивный материализм они уже не купятся. Они увидят, что мир намного сложнее, намного глубже. Вот. Поэтому борьба, я подчеркиваю, это борьба нашей, интеллигенции против классической гимназии, это была борьба за малообразованного интеллигента, который поведется вот этим примитивным марксизмом, примитивными этими вещами. И во многом и велась, и велась и наша интеллигенция на это. Дмитрий Андреевич Толстой, который управляет Министерством внутренних дел, он э, э, в первую очередь э, исходит из до 1989 -го года, пока он не умер, он в первую очередь исходит из того, что надо вернуть дворянскую власть в деревню. Опять же, должны, мы должны себе представить, что деревня это вся почти Россия. В деревне после великих реформ очень скоро никакой власти, кроме власти полицейского, естественно, не осталось. Вся остальная власть была самоуправлением. Это было земское самоуправление, это было мировой судья, это было крестьянское, волосное и общинное, сельское самоуправление. Не было никакой власти. Помещик, бывший помещик, никакой власти над э, крестьянами не имел. Но э, на коронации, обращаясь к крестьянам, Александр III, 8, коронация, это 83 год, обратился с очень характерными словами и с очень характерной оговоркой в этих словах. Не слушайте крамольных речей и во всем подчиняйтесь своим предводителям дворянства. Своим предводителям дворянства. Крестьяне их не считали своими. Предварители дворянства – это, ну, если угодно, избранные дворянами э, руководители местных, уездных или губернских дворянских собраний. Как раз антагонизм между крестьянами и дворянами был колоссальный. Вот, понимаете ли, э, там относительно царя-батюшки другой разговор. Но ненависть к дворянам огромна. Почему? Потому что дворяне владели крестьянами, а тогда еще все помнили, а многие еще были крепостными. А уж отцы их и матери все были крепостными. Они прекрасно это помнили. И помнили, как дворяне относились к своим крепостным. И помнили, что дворяне украли у крестьян свободу. Все это было известно. Поэтому дворяне – главные враги крестьян. Помещик – главный враг крестьян. И когда Александр Третий делает эту оговорку, то все Опасение, что будет возвращено, крепостное право, они опять звучат. Дворянство беднеет, оно продает земли. К 1903 году, по сравнению с 1961 годом, почти наполовину уменьшится дворянское землевладение со 100 миллионов десятин. Я напомню, что десятина это примерно 1,1 гектара. Со 100 миллионов десятин 10 до 54 миллионов десятин. Остальное зайдется в основном тем же крестьянам. Ну, в какой-то степени и купцам, и мещанам. Вот, крестьянство беднеет. Чтобы оно не обеднело, Александр III создает специальный дворянский банк. Дворянство беднело. Специальный дворянский банк. Причем, создание дворянского банка он приурочивает к столетию дворянской жалованной грамоты. Вы помните, что Екатерина II в 1785 году дала так называемую жалованную грамоту дворянству, которая была вторым актом после э, значит, акта о вольности дворянства, который дал Петр III, и которая предполагала, что дворяне – независимое сословие. В стране рабов было создано независимое сословие, которое само стало сословием рабовладельцев. То есть были рабы государственные, были теперь рабы дворянские. Поэтому крестьяне все это восприняли как величайшую угрозу для себя. Э -э в -э в -э при создании дворянского банка, э -э значит, э -э в манифесте изданном по этому случаю, было сказано Александром Третьим, дворяне российские должны сохранять первенствующее место в предводительстве ратным в делах местного управления, СИК, и суда, и в распространении примером своим правил веры и верности и здравых начал народного образования. То есть, опять дворянам возвращалась функция высшего сословия, которое должно над всем надзирать. Вместо межсословного, межсословного э, общества, межсословного э, э, значит, такого русского э, земского городского самоуправления создавалось опять дворянское государство. Что для России было очень плохо, потому что главный слой русских народа, крестьяне, они относились к дворянам, как я уже сказал, негативно. Значит, два возможных выхода. Или держать крестьян в абсолютной темноте, которые ничего не понимают, или не отказаться от этого принципа. А как мы увидим, ни первое, ни второе было для Александра Третьего невозможным, но по разным причинам. Но сейчас немножечко о дворянах, потому что вы себе представили, о чем идет речь. Дворянство по переписи 1897 года составляло 1,8 миллиона человек в России. Это примерно полтора процента населения. В том числе 1 миллион 200 тысяч потомственных дворян. Дворянство, потомственное именно дворянство, потому что личное дворянство давалось только дворянину за выслугу лета или за получение знака ордена, давалось только самому дворянину и его жене. Оно не переходило на детей. Потомственное дворянство, естественно, переходило на детей. Вот среди потомственных дворян, э, потомственные дворяне составляли 30% чиновников, 50% офицеров и 90% генералов Российской империи. К э, сведению русских патриотов, э, русское дворянство было исключительно многонационально. Э, э, по переписи 1997 -го года родным языком назвали русский язык

дворянам постоянно делается Александром III, потом и Николаем Вторым, списание долгов. Дело в том, что закладываются в банки имения, и их надо забирать в банку и распродавать с молотка. Но тогда, значит, знатные роды лишатся своего потомства в землевладении. И поэтому Александр III, а потом особенно Николай II, выкупают эти имения и возвращают их, и дарят их снова представителям этих родов. Таким образом, значит, в стране, где большое количество людей не доедало, вот эти огромные траты, известные, конечно, все, потому что тогда не было частной, была только публичная политика, это же были публичные акты, вот, она вызывала, конечно, величайшее раздражение. Если не у крестьян, кто не всегда все знали, то уж точно у той самой значинной интеллигенции. И вот здесь, дорогие друзья, да, еще последнее, пожалуй, о дворянстве. Понимаете, вот очень характерное само слово дворянин. Как мы, вот если мы будем слово дворянин переводить на английский язык, мы это переведем или словом gentry, или словом nobility. Значит, первое это родовитые, да, а слово ген, ген, набилити благородный. Нобл, Нобл, благородный. Вот. Слово дворянство имеет совершенно другой корень. Оно имеет корень двор. Двор. Слово дворянин появляется со второй половины 19 века в русском языке и означает челедин, то есть дворовый слуга князя. Дворовый слуга князя. Это для мелкой, самой мелкой шляхты, дворянин, дворжанин это польское слово, оно отсюда и взято. А э, во Франции аналог дворянина Куртуа, это, естественно, вот именно это придворный служитель, дворовый служитель. Э, да, это не раб, это не крепостной, но это ну, человек, который вот, там, вот врач, там, скажем, конюх, такого типа. Вот, Словом, слово шляхта, которое намного больше нравилось э, русским э, дворянам, э, оно во-первых, с XV века, и оно происходит от как раз от немецкого шляхта, э, «шляхт» порода, вид, род, происхождение. То есть оно близко к, к слову джентльмен. Но у нас оно не привилось. У нас привилось слово дворянство. То есть фактически русский дворянин ⁇ это никакой неблагородный а это дворовый человек, князь. Вот это особенность русского дворянства, понимаете, вот это понимание у него нет в такой степени чувства внутренней свободы и чести, которое было во всем европейском, аристократическом и вообще в вот благородном классе. Там тоже всякого хватало, но просто это надо помнить, что русское дворянство, оно имеет иной генезис, это плохой генезис. Но, тем не менее, именно на нем собирается основать Александр III в общем-то, вот новую, как бы, свою традицию. И здесь огромную роль, большую, чем победоносцев, сыграл другой человек, ну, я бы сказал, все-таки для истории незаслуженно забытый. Это Алексей Дмитриевич Пазухин. Большинство из вас, видимо, не слышали это имя, я вижу, что вы слышали. Вот, это человек, интересный человек, он из древнего э, рода, э, из Симбирской губернии, э, Алатовский предводитель дворянства, э, образованный человек, э, уездный мировой судья, э, закончил и защитил кандидатскую диссертацию по праву в Московском университете. Он пишет письмо, большое письмо... Э, Толстому, Дмитрию Толстому, министру внутренних дел, где объясняет, что главной бедой реформ является появление интеллигенции. Я э, позволю себе просто зачитать несколько этих кусочков э, этого письма, оно интересно. Социан, социальная нивелировка, начавшаяся не с христианской, а земской реформы лишила дворянства всех служилых прав как по местному, так и по государственному управлению. Утрата служебных привилегий имела последствием ослабления связи дворянства с правительством, распадение дворянства как корпорации и постепенное падение его авторитета среди населения. Это ненормальное политическое положение отозвалось неблагоприятно дворянской собственности. Ну, понятно, она дворянство теряет собственность. В интеллигенцию входит все то, что находится вне сословного быта. Это есть то бесформенное общество, которое наполняет собой все щели, образовавшиеся в народном организме в эпоху реформ, и которое лежит теперь довольно толстым пластом вверху России интеллигенции интеллигенция утрачивая все сословно бытовые особенности утрачивает и все русские национальные черты так знакомо, до да боли если в реформах прошлого царствования мы усматриваем великое зло в том что они разрушили сословную организацию то задача настоящего должна состоять в восстановлении нарушенного вот собственно эта декларация эта декларация имела немедленным следствием то, что э, алатарского предводителя дворянства Алексея Дмитриевича Пазухина э, призвали в Министерство внутренних дел, и, кня... и граф Толстой делает его правителем своей канцелярии. Его статья в 1985 году выходит в «Русском вестнике» под названием «Современное состояние России», и сословный вопрос. Он готовит основные реформы будущего, будущего основные контрреформы, если угодно. Именно готовит Пазухин. При этом надо сказать, что хотя вот эти реформы Ларис Меликова останавливаются, но Александр III поручает другому видному государственному деятелю, статс-секретарю Михаилу Семеновичу Каханову, создать комиссию, которая бы решила бы эти же вопросы без привлечения земских деятелей. То есть уже государственную комиссию, но по выбору они могут призывать земских деятелей. Уже не земство выбирает своих представителей в комиссию, как у Ларисы Меликова. А комиссия выбирает подходящих людей среди земства. Вот, Эта Кахановская комиссия была такой переходной формой, но э, Пазухин заставляет ее распустить. И Михаил Семенович Каханов, который дожил до 1900 года, он, в общем, уже э, не принимает в ней участие. Однако же э, в, э, в Министерстве Толстого разрабатываются и принимаются в 1989 и в 1990 годах, в 1800. -м. 1890 годах, 12 июля и 12 июня, соответственно, два важнейших положения. Первое – это положение о земских начальниках, и второе – это положение у земских учреждений. Положение о земских начальниках предполагает, что земским начальником по должности является предводитель местного дворянства. То есть это в уезде уездного, в губернии губернского. Вот. Если по каким-то причинам он не может исполнять, то по представлению губернатора государь назначает из дво, видных дворян э, той или иной уезда или губернии преддво, э, э, земского начальника. Земский начальник, да, при этом распускается в мировой суд. Кахан и мирового судьи больше нет, то есть крестьяне не выбирают судью. Функции мирового судьи переходят к земскому начальнику по небольшим делам, а по большим делам в областные суды. Земский начальник может арестовывать на несколько месяцев, наказывать телесными наказаниями. Телесные наказания отменены только в 1904 году для крестьян он может бить крестьян. То есть самое страшное воспоминание крестьян, что помещики их пароли, их избивали. Вот это воспоминание, оно опять реализовано. Суд в руках у него, и все решения волосного, все решения волосного съезда, волосного правления крестьянского, все решения крестьянского мира, все они могут быть запросто отменены земским начальником. Да, теоретически предполагается, что э, волосное правление может жаловаться выше, и в конечном счете этого жалоба может дойти аж до Сената, но, естественно, это малореализуемые вещи. Э, то есть вместо независимого ни от кого сельского мира возникает э, земский начальник дворянский земский начальник, как э, хранитель вот такой вот государственной традиции. Ну, а на практике что это такое? На практике это малообразованный, ну, то есть, образованный, конечно, грамотный человек, но, в общем, обычный отставной военный, э, привыкший, не имеющий хорошего юридического образования, сейчас никакого юридического образования, который еще помнит старые времена и судит по понятиям крестьян. Вот. Крестьяне ничего так ненавидели, как земских начальников. Второе еще хуже. Положение о земских учреждениях 90-го 90 -го года. Значит, принцип ⁇ создать на местах крепкую и близкую к народу власть. И при этом обеспечить первенство дворянства в земстве и в местной жизни. Земства объявляются в 90-м году частью государственной системы. Я напомню, что до этого земства были независимы от государства формально. Они выбирались снизу, они занимались своими делами, они собирали свои налоги. Да, за ними, конечно, смотрели, МВД за ними смотрел, чтобы они не нарушали законов. Но если они не нарушали законов, они их старались не нарушать, то, в общем, они действовали совершенно самостоятельно. Теперь они встроены в систему Министерства внутренних дел. Толстой добился своего. Он мечтал их полностью встроить полностью встроить не удалось. Толстой умер. А э, его э, наследовавший ему Дурново, э, министр Дурнаво, он, в общем-то, хотя бы полностью взял взгляд Толстого, но не обладал его силой убеждений и влиянием на государе. И поэтому земства, в общем, сохранили какую-то автономию. Но, тем не менее, их ходили в мундиры МВД. Э, значит, управы, управы, то есть вы понимаете, что Земство – это собрание выбранных представителей, и у него есть исполнительный орган, управа. Ну, примерно так, как вот сейчас в Москве. Да? Есть управа да, районная и есть муниципальное собрание. И точно так же, как в Москве, по реформе земства, управа подчинена теперь не земству, а Министерству внутренних дел. Точно, точно, точно то же самое. Вот все решения земств приобретают, то есть даже собрания земского, приобретают силы после одобрения губернатора. И то же самое в городах. То же самое. Очень важно уменьшение числа гласных от крестьян. В земствах раньше крестьяне, если не доминировали, то составляли добрую половину представителей. И прекрасно работали с дворянами. Никаких конфликтов особых не было, потому что не было сословности. Они с дворянами работали вместе и даже уважали дворян за то, что они более грамотные. Многие дворяне отвечали им тем же. И это было довольно раз удивительно, что вот опыт 60-70-х годов, что земства заработали. Хотя это были вчерашние рабы и вчерашние рабовладельцы. Вот теперь все стало пробуксовывать, потому что зем от крестьян резко уменьшено число представителей, от дворян. Резко увеличено число представителей. И так, я не буду говорить о подробностях избирательной системы, она нам связана с избранием через волость. Но главное, что теперь крестьяне выбирают только своих э, кандидатов в земство. А назначает их, ну, вы кто? Ну, конечно, губернатор. Конечно, губернатор. Э, вот. При этом крестьяне не могут выбирать гласных, ну, то есть депутатов. Гласных не крестьян. Раньше они могли выбрать, ну скажем, земского учителя, да, э, фельдшера, врача, то есть значинца, того самого ненавистного интеллигента. Теперь нет, не имеет дела, только крестьянина. Назначение гласных губернатором отменено только законом 5 октября 1906 года. Э, кроме того, э, приняты законы, затрудняющие выход из общины облегчающий, э, не, ну, в общем, дающий большие возможности помещику при найме, кресть, найме крестьян на сельскохозяйственные работы, работы и запрещающий, запрещающий э, произвольные переделы. Переделы теперь – это э, закон 1993 э, -го года, последний закон крестьянский, Интересно, да, закон о ликвидации мировых судей. Мы тоже должны это иметь в виду. Что мировой судья после реформы, судебной реформы 1964 -го года, это представитель, представитель, которому доверяют крестьяне. Его крестьяне выбирают, ну, и он судит их дела. Закон 12 июля 1989 -го года ликвидирует мировых судей. Абаза, который уже не министр, но который член Госсовета, тогда все-таки. Сразу в тюрьму министров не отправляли. Вот. Он... Ну, видимо, и не за что было. Он предлагает другой вариант. Он предлагает, чтобы вместо вот этого дворянского предводителя, который стал бы уездным начальником э, сельс... Вот, начальником уезда, да, фактически. Вот. Он предлагает земским начальникам. Он предлагает, чтобы земским начальником был как раз выбран судья, как в Англии. Это, традиция Англии того времени, что выбранным народом судья является начальником местного самоуправления. Очень глубокая, очень библейская форма, такая продуманная. Но, естественно, ничего этого не проходит. Чем это надо? Дворяне должны управлять, не какие-то там, не знаю, судьи, как в Ветхом Израиле вот поэтому э, проекта базы не, не проходит не проходит э, закон о печати законы печати э, да и наконец самое главное последний закон э, 93 -го года это закон который э, закон который э, запрещает переделы в общинах а более трех четвертей земли, по-моему, 82% крестьянской земли в общинном владении, переделы чаще, чем в 12 лет. Вроде бы это правильно, потому что, э, потому что чем чаще переделы, тем меньше интереса к культивированию земли. Но посмотрим, к чему это привело: значит, да, э, каждые 12 лет передел наделов в общине Должно решаться большинством крестьян две трети голосов. Значит, крестьяне должны быть. Если тебя нет, то, соответственно, без тебя решат. Это июльский закон 93 -го года. Значит, через 12 лет первый передел по этому закону пятый год. Сами знаете, что. Крестьянская революция. То, что еще до всего манифеста. Крестьянская революция весны пятого года. Когда все жгли. Все громили, делили землю. Следующий за ней передел по этому же закону лето семнадцатого года. Все крестьяне бросили фронт, побежали, а вдруг без них землю переделят? И, конечно, им достанутся худшие куски. То есть, в общем-то, эти два, этот закон, сработавший два раза, оба раза, надо сказать, сработал очень плохо. Ну, наконец, в печати печати, борьба с печатью. Победоносцев, э, да, вы понимаете, вот таким образом утверждена власть дворян, восстановлено сословное государство. Государство сословное, разрушенное Александром II, восстановлено Александром III по законам, окончательно восстановлено по законам 89-90 -го года. Следующая опасность – это печать, особенно периодическая печать. Опять же, вы помните, что величайшее достижение великих реформ – это отмена предварительной цензуры. Э, свобода довольно большая простота в организации газет э, теперь заявлено так, что после трех предупреждений в нарушении э, порядка причем не на закона, а порядка вводится для э, газеты, для периодического издания предварительная цензура и надо подавать в цензуру не позднее 11 вечера предшествующего изданию дня. Для ежедневной газеты это невозможно. По тем особенностям полиграфии, компьютерной верстки не было. Это невозможное требование. Соответственно, многие газеты закрываются. Э, газета «Голос» Краевского, «Страна» Полонского, они закрываются. Э, либеральные газеты. Создается так называемый «Ариапак» из четырех министров. Министра внутренних дел, народного просвещения, юстиции и оборот прокурора, конечно же, Синода, который позволяет административным указом запрещать любое периодическое издание и, более того, запрещать любому издателю впредь заниматься издательской деятельностью. Таким образом, был закрыт один из старейших журналов России отечественные записки. Какие-то лавируя, постоянно э, заигрывая с властью, как сейчас там эхо Москвы, они продолжали издавать вестники Европы, русская мысль, русские ведомости. Вот. Но это, в общем, постоянная игра с властью. Правда, удивительно похожий прием, в общем, на самом деле. Э, в России, как вот такой большой волной, идет симпатия к инородцам и антипатия к. Мысль о том, что в России всегда гнобит и народ, она абсолютно несправедлива. Более того, при Александре Первом евреям были даны такие возможности, что многие русские, в том числе такие люди, как Пестель, говорили, что бы всем бы русским так бы, как евреям, такие права получить. В армию не призывали. Землю по закону 1801 года разрешили покупать и обрабатывать. А крестьяне были в зависимости крепостной и не могли этого делать. Расцветал бизнес. Значит, во все учебные заведения было можно вступать. Что? Нет, квоты сейчас будет. Я говорю про Александра Первого. Я говорю про Александра Первого. Никакой квоты, поступайте. А если не хотите, пожалуйста, Хедер тоже он охраняется. Учитесь в своей традиционной еврейской школе. При Николае Первом гонение не только на евреев, еврейский евреев характерный пример. Вплоть до того, что это очень многие в это не верят, но я это читал у Корфа, у Модеста Корфа, у его записка в дневниках, что Николай Первый серьезно обсуждал вопрос о выселении всех евреев в Сибирь. Вот, и только граф Киселев, и, кстати говоря министр посвящения Увалов, граф Увалов, они, собственно, категорически выступили против и сумели привести, Николай умел слушать, вывести разумные аргументы, он не пошел на это. Но это обсуждение было. Значит, Александр II опять права очень широкие, даны евреям. Вот Александр III, как я уже говорил, евреев не любил. Но вообще он не любил инородцев. И закон 3 мая 1983 -го года о началах веротерпимости. На самом деле резко сузил эти начала. Начались преследования значит, письма, которые пишет победоносцев Александр Третьему, просто тяжело читать. Начались преследования сектантов, всех вариантов: башковцы, штундисты, ну, предшественники баптистов, да? духоборы, толстовцы все они изгоняются до того, что в 1894 году, еще при жизни Александра III, он успел запретить все молитвенные собрания штундистов, то есть баптистов, все запретить. Хотя это абсолютно мирные сообщества, они там не призывали к революции, ничего не делали. Вот. Победоносов приводит замечательный пример: почему, говорит, можно быть католиком, мусульманином и даже иудеем. А нельзя быть штундистом. Почему штундисты надо запретить полностью? А потому он говорит, что есть государства, в которых разрешают хождение иностранной монеты. Но нет государств, в которых разрешают хождение монеты фальшивой. Вот такой аргумент. Принимаются новые, время, новые меры против униатов, поляков, католиков в Польше и в западном крае, в остальных местах их особо не трогают. И, как ни странно, очень большие гонения на ломаистов. Это у нас мало знают, но это очень большое гонение на ломаистов. Причина их проста. Дело в том, что в XVIII веке их скопом, они сами этого не понимали, потому что русского языка не знали, их скопом крестили. Формально они считались православными, и, соответственно, их дети православные. Никими они, конечно, православными не стали, буряты и калмыки. И, а э, синод говорит, коля они православные, значит, они не должны отправлять их э, э, буддийских обрядов и, соответственно, очень жесткие наказания. То есть умудрились, что касается евреев, один закон идет за другим. 3 мая 1982 года запрещается селиться евреям в сельской местности, в черте оседлости, в черте оседлости, и приобретать там имущество, только в городах и местечках. В 1987 году Таганрог и Ростов-на-Дону выведены из черте оседлости. Значит, евреи вынуждены оттуда уехать, если они не имеют особых прав. Вот в первом году запрет евреям-ремесленникам работать в Москве. В этом, из Москвы и губернии было выслано около 17 тысяч евреев, насильно и разорительно, потому что разум, это, богатые евреи, они уже, поскольку они были купцы первой гильдии, все их никто не выселял. По законам они имели право жить, где хотят. Но это как бы как раз бедные евреи, кто-то были там ремесленники, мелкие мастеровые, вот, естественно, они могли увезти с собой мастерскую, они лишали всего, и они, в общем, разорялись, и совершенно нищими уезжали в черту осеплости. То есть это было изгнание наравне с изгнанием, не знаю, тиберием евреев из Рима. Вот, вот в 87 году вводится процентная норма в учебных заведениях. До этого неслыханная вещь, блистательно повторенная Советским Союзом в 50-60-е годы. Как будто просто изучали контрреформы. В черте оседлости евреям дается 10% мест. В других местностях 5%, в столицах 3%. К чему это привело? Ну, Простые и бедные евреи как не давали высшего образования, так и не давали. Евреи средние, они мечтали, это вообще у многих народов, у армян, у евреев, это мечта, чтобы дети получили образование. Это серьезное к этому отношение. У русских, к сожалению, не так оно часто бывает. Так вот, если нельзя на месте, да, речь, конечно, идет о евреях и иудеях. Если ты выкрасть, пожалуйста, все, все исчезает но большинство евреев, и кто-то становился выкрестом и шел на сделку с совестью. Такие были, но это, конечно, э, ну, это тоже тяжелая вещь. Вот. А вот э, многие посылали детей, естественно, за границу. В основном в Германию. В Германии тогда никакого формального антисемитизма не было. Может, бытовой какой-то и был, но формально никакого не было. Поэтому всех принимали с удовольствием в лучшие университеты Германии, если ты за это можешь платить деньги. А деньги собирали по всем родственникам, но платили. В Германии эти люди, конечно, обиженные на Россию. Причем не на столько царя-батюшку, но на всю властную систему России, которая их вот поставила в такое положение. Они получали образование и одновременно учились у западных левых социалистов вот этим неспровергательным идеям. Мы иногда удивляемся, что такое большое количество евреев пошло в революцию, несообразно большое, да? А именно поэтому и пошло. Это в основном, если вы посмотрите биографии, это в основном люди, получившие образование в Европе из черты оседлости. И уже с образованием, которое они могли вернуться и жить где угодно. Люди, имеющие высшее образование, на их не отстранялась черта оседлости. Они могли жить где угодно, но ненависть к режиму, который заставил с ними так поступить, она осталась. Она осталась. В 89 году запрещено Принимать евреев в присяжные поверенные. Юриспруденция одна из главных таких работ для интеллигентных евреев. И вот теперь они могут быть только помощниками присяжных поверенных, как Владимир Ильич Ленин. И, наконец, в 1992 году финальный закон запрет на участие в городском самоуправлении. Ну, Понятно, в сельском они не могли, потому что они там жить не могли. Значит, евреи, которые были богатые, которые платили немалые налоги в земство и в городское, вернее, в городское самоуправление, теперь не могли этими, этими распоряжаться, этими вещами. Так что вся эта сумма вещей, она, разумеется, разумеется, создала, конечно, очень тяжелое положение и очень большое напряжение. Одними евреями все это не ограничивается. Одновременно происходит русификация азейских окраин. В 1985 году в Азейском крае, то есть нынешней нашей Прибалтике бывшей, переведено на русский язык все дело производства. В 1987 году все образование переведено на русский язык. Не на национальные языки эстонский и латышский, а на русский язык с немецкого. Если перевели на эстонский и латышский, большинство населения бы это приветствовало бы всячески. И надолго бы стало бы верным царской власти. Но перевести с одного имперского языка на другой имперский язык, резона в этом никто не понимал. Наконец, в 89 году, в, 8, в 93 году закрыт Тартусский университет и открыт как русскоязычный Юрьевский университет. А это было преподавание на немецком языке. Я напомню, что это старейший университет Российской империи, территории Российской империи. То есть, в общем-то, была целый ряд мер, которые унижали народы. Унижали народы. И зачем? Непонятно зачем. К сожалению, когда Николай II вступил на престол после скоропостижной смерти его отца 20 октября 1994 года, он ни в малой степени не собирался менять что-то в управлении. Хорошо образованный человек, совершенно другой по духу, чем его отец, явно с таким уже интеллигентским сам каким-то вот ну, вот никогда бы Александр III не написал бы, не назвал бы свою профессию хозяин земли русской. Ну, не назвал бы, понимаете, он знал чувство меры. Да, он был консервативный человек, да, он там зажимал вот и крестьян, и евреев, там, и народцев, но у него было какое-то вот чувство внутренней меры, ну, в личной этике. Здесь этого не было. 30-летний мальчик, Написал в 1997 году э, «Хозяин земли русской». Не постеснялся. Через много лет, уже во время Первой мировой войны, он сказал одному из генералов, он оставил это в воспоминаниях, но, ну, наверное, это правда. Э, говорит, я и Россия. Он говорит, может быть, Ваше Величество, все-таки Россия и вы? Да, пожалуй. Сказал Александр, смотрите, в полголоса. 14, значит, 20 октября он вступил на престол, 14 ноября состоялся его брак с принцессой Алисой Гессенской, значит, будущей Александрой Федоровной. И вот здесь, вот здесь очень важный момент, очень важный момент – это вручение, вручение так называемой хартии. Дело в том, что э, к моменту бракосочетания с Алисой э, русские люди, которые уже наелись вот этого э, восстановления этих антиреформ доверху, они, э, они попытались что-то изменить. И было подано 9 э, таких хвалебных поздравлений, актов от, земства, от земств, от губенских земств Николаю II на браковенчание. Но в каждом из них в той или иной форме, более или менее завуалированно, говорилось о том, что надо вернуться к заветам вашего деда. Потому что, в общем, эти люди намного более близкие к земле, понимали, что все идет тихонечко к революции. Я не хочу, сейчас же времени мало, но я напомню, что одни крестьянские беспорядки следовали за другими. Голод 92-93 года, в котором погибло и умерло от болезни 375 тысяч человек, он вызвал огромное недовольство в крестьянской массе. Значит, Вышнеградский, который пытался именно ввести золотой стандарт, стабилизировать рубль, он же ввел... На да каком в принципе? Главной экспортной культурой, которая давала золото, была пшеница, было зерно. А из-за повышенного, но из-за дешевого зерна заокеанского, американского и канадского, цены на зерно в мире упали примерно в два раза. Соответственно, чтобы не, не разорились русские хлеборобы, надо было датировать зерно, дотировать производство зерна в той или иной форме. Там есть разные экономические ходы. Но тогда нельзя было ввести золотой рубль, потому что бюджет был бы растрачен. Можно было и пойти другим путем, ничего не датировать. Заряд крестьяне. Лешниградски пошел вторым путем. И нищета крестьян усугубилась. И их ненависть к высшему сословию, естественно, усугубилась. Наконец, и вот в этой ситуации пожалуй, самое яркое, самый яркий адрес был написан Тверским земством. Тверское земство, которое возглавлял тогда Оленин, писало государю, мы питаем надежду, что счастье наше будет расти и крепнуть при неуклонном исполнении закона, ибо закон должен стоять выше случайных видов отдельных представителей власти. Мы ждем государя возможности и права для общественных учреждений выражать свое мнение по вопросам их касающихся, дабы до высоты престола могло достигать выражения потребностей и мыслей не только представителей администрации, но и народа русского. Вот видите, как все-таки тогда писали. Что произошло с этим адресом? Министр внутренних дел, уже известный нам Дурново, вызвал к себе Оленина. Да, это все было представлено Значит, после коронации вызвал себе олень и сказал: Я даже государю не дал вашей записки. Настолько она возмутительна, что я даже не представил государю. Я просто рассказал о ней. И государь начертал на докладе до нового совершенно странная и непозволительная выходка. Вот вы можете судить этот текст. Но закон... этого как бы осталось между Олениным, Дурновой и государем. Но государь не успокоился. 17 января 1995 года, значит, да, через скажем, 20 октября он вступает на престол. В Зимнем дворце он обращается, это знаменитые, да, э, сказать, бессмысленные мечтания. Да, э, он обращается к представителям земства и дворянства которые собрались в зимние дворце, и говорит следующее. Но мне известно, да, он, конечно, благодарит там, за то, что выражение там, любви и верноподданнических чувств, но мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял их, как охранял его мой незабвенный покойный родитель. Э -э все знают, кто охранял покойный родитель. Поэтому эти слова вызвали шок в обществе. Почему шок в обществе? Почему Россия была так болезненно к этому настроена? Да потому что, дорогие друзья, в Европе Россия была последней абсолютной монархией. Других не было. Даже Османская империя была давно парламентским государством. В Болгарии, когда была получена независимость Болгарии, была дана конституция, очень широкая и очень свободная, и Болгария по ней жила и даже прогнала князя Александра Баттенбергского, который пытался узурпировать престол. То есть, весь цивилизованный мир жил иначе и русские люди не понимали почему они должны жить по-другому они видели как сгущаются краски как все хуже и хуже становится и в этом смысле конечно еще одним очень важным э, таким симптомом было, э, была проблема была проблема, э, проблема опять же крестьян уже в новое царство надо было облегчать выход крестьян из общины. Надо было дать крестьянам те же права, что и остальным гражданам. Их же судили специальные суды, возглавляемые земскими начальниками. Это было совершенно нетерпимо. Князь Святополк Минский, будучи министром внутренних дел в 1904 90, году, говорил: Государь, государь, он чуть сгущал краски. Надо было сказать три четверти. Но он говорил, девять десяток ваших подданных живут не по законам Российской империи, а по законам, которые для них действуют особливо. Особливо, понимаете? Вы должны, надо им сделать гражданами, иначе, говорит, страна рухнет. А между тем, в 1903 году, в феврале 1903 года, был дан высочайший манифест. В это время страна уже шла к революции. Уже происходили многочисленные беспорядки и студенческие в столицах, и беспорядки христианские, очень большие, и забастовки в Петербурге, знаменитая Петербургская рабочая война 96-97 года. То есть, в общем, страна в стране накалялось положение. И в это время Николай II пишет: глубокий глубокому прискорбию нашему но спишь, это манифест. Глубокому прискорбию нашему смута, посеянное отчасти замыслами, враждебными государственному порядку, отчасти увлечением началами чуждыми русской жизни, то есть традиции, да, препятствует общей работе по улучшению народного благосостояния. Смута эта волнуя умы отвлекает их от производительного труда, и нередко приводит к гибели молодые силы, дорогие нашему сердцу и необходимые их семьям и родине. Предначерт... Потому что казнь. Предначертанные нами труды по пересмотру законодательства о сельском состоянии, по их первоначальному выполнению в указанном нами порядке, то есть в комиссиях, передать на места для дальнейшей их разработки и согласования с местными особенностями в губернских совещаниях, при ближайшем участии достойнейших деятелей, доверием общественного, общественного То есть он говорит о том, что это будет долгий процесс, идет 1903 год, что идет долгий процесс. да, можно выбирать из земства людей, он опять это намекает на это. Но в основу сих трудов положить неприкосновенность общинного строя крестьянского землевладения изыскав одновременно способы к облегчению отдельным крестьянам выхода из общины. Принять безотлагательные меры к отмене стеснительной до крестьян круговой поруки. Круговая порука действительно была отменена в третьем году. Долго рассказывать, что это такое, но вы понимаете, что круговая порука не давала возможности никому выйти из общины. Потому что если крестьянин выходил из общины, соответственно его э -э как бы то, что он должен был бы платить, если другой ленивый, не работает, перекладывался на всех остальных, уже один не на него, потому что он не член общины. Поэтому никого сами крестьяне из общины не выпускали. Община была мертвым таким телом, помогавшим мало э, трудолюбивым и мешавшая по-настоящему ум, умелым и трудолюбивым хозяевам. В любом случае, дорогие друзья, э, ничего существенного в область социального преобразований сделано не было. Раз за разом Николай II подтверждает в выступлении 1902 года, что дворянство – это оплот и основа империи. Именно дворянство, а не что иное. Что крестьянство должно, как вы видите, оставаться в целом, в общине. Что все реформы должны быть медленны и медленны. И в итоге революция. В итоге революция. Экономическое развитие положительное. Когда экономическое развитие отрицательное, еще хуже. Здесь экономическое развитие положительное. Страна развивается. Казалось бы, можно надеяться на то, что люди проглотят несвободу. Но оказывается, свобода нужна не ради свободы. Свобода нужна для того, чтобы ожила социальная жизнь. Оживет социальная жизнь. Оживет и намного лучше живет и экономическая жизнь. И все это вместе взятое прорывается в пятом году, и практически Россия вступает в полосу очень долгой революции. Потому что на самом деле революция началась не в семнадцатом году, а как раз в пятом году. И потом с небольшими затишьями и перерывами продолжалась, собственно, до конца гражданской войны, а может быть даже до коллективизации. Это все период революции, период не создавший, а погубивший Россию, разрушивший ее. Эпоха контрреформ ставит перед нами какую-то проблему. Да, действительно, великие реформы привели к гибели Александра II, к гибели их ну, руководители, да? их создатели и их осуществители, главного. Это факт. Это факт. великие реформ после долгих лет застоя всегда проходит момент кризиса. Всегда проходит такой момент, когда результатом этих реформ является огромное напряжение, которое может разрешиться даже в трагедии. Что делать в этом случае? продолжать реформы или их остановить. Вот опыт России говорит о том, что реформы надо продолжать. Да, необходимы более, может быть, строгие полицейские меры. Да, необходим более строгий контроль. Конечно, революцию надо уничтожать любым возможным образом. Но при этом, при этом э, необходимо продолжать реформы. Если реформы не продолжать, из цареубийства кучкой революционеров произойдет революция, которой жертвами падут сотни тысяч и миллионы людей. Поэтому, несмотря... Это самый опасный момент. Вот этот момент практически был в России, нынешней России, очень скоро после 91 -го года. Я считаю, что этот узловой момент это был 96 год. Именно в 96 году можно было пойти путем контрреформ, им пошли в конечном счете, и это был такой процесс перехода. А по назначению Путина он же пошел быстро. Вот или это, или можно было пойти продолжением реформ, не изменяя духа Конституции. Вот. Ельцин не решился на это. Результат, как вы видите, пока большая социальная стагнация и все более и более авторитарное общество. Но, как говорится, история ведь не кончена. Подприслушаемся к словам замечательного земского деятеля, депутата от кадетов в Государственной Думы Маклакова. Воспоминания, уроки жизни. Трагедия России была в том, что самодержавная власть стала бороться не с революцией, в чем была обязанность всякой государственной власти, не с конституцией, которую тогда никто открыто не требовал, а с самим духом великих реформ 1860-х годов, которые могли и должны были в результате безболезненно привести к конституции. Вот я думаю, что опыт тех великих реформ и контрреформ говорит о том, что контрреформы никогда не бывают удачными. Контрреформы есть загнание болезни в глубь. Болезнь из глуби выйдет, может выйти полным разрушением организма. Спасибо.